целом погода будет сохраняться у нас достаточно жаркой. Температурный фон будет за 30 градусов в целом по краю. Она 30-35 где-то в этих пределах. Такая погода, в общем-то, продержится у нас практически до конца второй декады. В этот период территорию края будет проходить несколько фронтальных разделов с осадками, но, как я сказал, существенно температурный фон у нас не поменяется. А вот вторая половина августа, с учетом того, что возможно уже проникновение достаточно холодных воздушных масс на европейскую территорию и через районы Черного моря на территорию Краснодарского края. При прохождении таких фронтальных разделов обычно они приносят достаточно много влаги, а учитывая то, что будут очень серьезные температурные контрасты, то есть можно ожидать ливни, грозы, начиная где-то с 18-15 числа.